должны перепрыгивать через этот лапочку. Кто не сможет перепрыгнуть, тот выбывает из игры. Так. Итак, Саша, пожалуйста. Перетягивать друг друга и уронить полено, но стараться, чтобы полено... Уронит, как убивает из игры. Перетягиваем друг друга вот так. Друг друга нужно толкать, чтобы сосед у тебя уронил полено. Давайте перетягивать нужно. Уберите, пожалуйста, свою машину от клава. Ничего, пускай. Музыка, пожалуйста. И побежали. Начинаем перетягивать друг друга к полену. Туда. Наоборот не надо. Наоборот, специально не роняем. Вот, посмотрите, вот. Все, начали. Которая команда у нас сильнее. Вот какие молодцы. Никто не роняет, молодцы. Тяните друг друга, давайте еще раз, еще. Вот, там уронили. О, уронили. Молодцы. Приготовились. И раз, два, три, начали. Спасибо всем. Давайте еще одну игру. Встаем два круга. Один мужской круг, один женский круг. Все равно мужчины здесь, женщины здесь. Поближе. Вот под этим платком вы сейчас пробегаете. Играет музыка, под музыку вы пробегаете под платком. Значит, музыка заканчивается, останавливается, и вот эти вот водящие, они ловят мужчину и женщину, и вы должны под платком поцеловаться. Круги друг ближе друг к другу. Да.
за руки держитесь. Все, 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 все
остановилась, нужно найти себе пару, любую пару, и встать сзади игрока. Находим пару себе. Быстро, 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 быстро. И что? Людмила Петровна, вставайте, пожалуйста. Вот у нас не высот или растяпа вот там. Стрелка сзади, сзади, стрелка, вот сзади. И все говорим. Не бульдог, говорит. Не бульдог, значит растяпа. И так далее. Музыку. Обязательно нужно. Выполняем танцевальное движение для водящих. Стараемся выполнять движение водящего. Так, где у вас? Не бульдог, говорим? Не бульдог! Еще раз играем. И музыка. Приглашаем. Приглашаем, приглашаем, впереди стоящих. Любым своим движением можно. Вот, молодец. Молодец. Находим пару, 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 пару. Петровна, пару находи. Где у нас растяпа? Говорим. Не бульдог! Ну, наверное, достаточно, да? Давайте следующую игру. Ось на дурних козитель, дурна кумна ось на...